пофоткай что-нибудь снизу. Ну что, фоткать? И рядом гуляет. Ну так, снизу мост, он собака какая. Гуляет, ребят. Собака. Собака, это хорошо. А это какая порода, интересно? А это что за порода такая большая? Не знаете? Не знаю. Понятно, порода не известна. Дали как кавказскую овчарку, но она не похожа, пошли мне. О, все, лежит неохота, все. Все, красавица. Девочка, что ли? Мальчик. Мальчик. Ну, тоже хорошая, большая такая. Здоровая. Все, не хочет никуда. Все, пережив. Здоровая. Такая большая, видел? Выше. Что-то большое лохматое. Сам, говорит, не знает, что за порода. Ну, вроде как на природе гуляем. Фоткает. Он меня снизу сфоткает. Эй, ребяток. Я тут видяшечки, кстати, записываю. Будешь? Что, поползешь туда вниз-то? Там можно переползти снизу? Не поползешь. О, вон она, это она. Надо на видео снять. Это чумга. А, это такая классная. Да ты няшная. Сейчас она. О, смотри, вон нырнула. Нет ее. Да ты класс. А где она? Ну все, ее долго не будет. Она где-то выплывет, фиг знает где. Это же няшность. Ха-ха-ха. Все, спряталась. Сейчас не видно, где она выдернет. В общем, а ты видишь, где она вынырнула? Она еще не вынырнула. Мы не знаем, где она. Вон ребенок тоже записан. Ничего себе. Короче, нырнула и нет ее. Вон она где. Около берега. Очень маленькая. Где она там? Опять нырнула? Блин, я не успела. Это же прикольно, классно, хорошенькая такая, яркость. Да, фотоаппарата не хватает, блин, ворона. Она там одна или их две? Она выныривает и снова. Слушай, классно плавает, няшность такая. Ну, наверное, на рыбку ест. Сосняшки. В общем, сплошная природа.